Нали и уходи. А в обед у меня был дома. Я завтра с утра пойду возьму два сердца и три почки. И это, и поджарю шашлык. Бутылку не брать? Не надо. Без алкоголя, Владимир Иванович. А я водку не пью, Саня. Правильно, желудок лечи. Здрасте, девочки. Короче, слышь, деньги девать некуда, Саня. Саня, деньги девать некуда. И агрессор знает, и еще кое-кто знает меня. Люди меня поняли. Когда пойдем на рыбалку? Как жара спадет? В сентябре угощу тебя виноградом. Каким? А у Людмилы виноград Женька вырастил. Да ты что? Да. Сорву 5 кисточек и тебя угощу. Виноградика поишь. Спасибо, Владимир Черного. Иванович. Виноградик я люблю. Уже созревать начал. Виноградик я люблю. Она сказала в сентябре. Пускай так будет. Пускай так и будет. Так, ладно. А то мы дохуя говорим, да? Дохуя? Дохуя уже сегодня. Угу. Идти надо? Мам. Ну и ништяк. Здорово. Такси, не такси. Как он? Здорово были. Приветствую. А, все, ладно. Мама. На рыбалку не ездил? Не, блядь, я с девкой еще сейчас никак не могу понять, блядь, есть она мне или не есть. Сейчас буду ее пиздить, короче. А ты когда поедешь на рыбалку? Я говорю, пока нет возможности такой поехать. А ты сеткой ее ловишь или удочкой? Сеткой. Сеткой? Удочкой, да. Где? В Черной речке? В Бузулуке нахуй. Да? У меня менты ебут, и я их ебу. Ну, в Бузулук я ебу, а менты меня ебут. Так, ладно. Все, поговорил. Поговорил? Рыбы нет пока. Чем заниматься, Сань? Чем заниматься? Да разберешься, Владимир Иванович. Да что разбираться с ними, блин, слышь? Когда Женю я уже схуярил один раз, блин, слышь, так он нихуя не понял ничего.